Выездную патронажную паллиативную медицинскую помощь детям в Сургуте и Сургутском районе начали оказывать специалисты Сургутской городской клинической больницы. В команде врач-педиатр, медсестра, массажист и психолог. Их задача – облегчить страдания пациентов с неизлечимыми болезнями, поддержать родителей и научить их правильному уходу за ребенком. Это не первая в регионе патронажная бригада паллиативной медпомощи. Первая организована для тяжело больных детей в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе. Тему продолжит Лиана Киямова. Диагноз «порок сердца» Ане поставили еще до рождения. В двухмесячном возрасте она перенесла первую операцию, а через год – вторую. Требуется еще одна, но из-за высокого давления сроки переносятся. Сейчас девочке 6 лет. Она не ходит в садик. Врачи не рекомендуют. Раньше юная сургутянка часто ездила по медицинским учреждениям. Теперь специалисты сами приехали к ней домой. Первые полтора часа работает психолог. Не любит таблетки. Не любит таблетки пить, да? Они горькие всегда у нее. Все горькие у нее. А много она таблеточек пьет? Угу. К Анне Кайро приехали сразу несколько специалистов. Педиатр, медицинская сестра, фельдшер, психолог и массажист. У них нет ограничения по времени, как, например, на приеме в поликлинике. Каждый медицинский работник оказывает всю необходимую помощь по своему направлению. Беседует с девочкой, дает рекомендации маме в уходе за ребенком. Например, как делать массаж или измерить давление. Так и ей нравится. Вот в чем хорошо, что как бы у нее столько внимания, столько на нее... общение сразу же, людей много. Ей интересно самой, потому что сидит тоже ребенок один. Конечно, лучше дома, чем ездить куда-то по этим больницам. Я сама стараюсь ее дома, ну, как не таскать постоянно по этим поликлиникам. Помимо основной группы патронажа могут быть привлечены и узкие специалисты. На сегодняшний день в обслуживании на дому нуждаются 120 детей из Сургута и ближайших поселений Сургутского района. В основном это те, кто уже получил всевозможную медицинскую помощь и теперь находится на поддерживающей терапии. Основной принцип, который придерживается паллиативный вид помощи, это улучшение качества жизни. По доступности... По звонку, можно сказать, практически и по потребности, мы оказываем этот выездной патронаж. Для оказания паллиативной помощи врачи берут с собой все необходимые медикаменты. Специально для патронажа больница закупила необходимые лекарства и оборудование. Препараты для экстренного оказания помощи, антигистаминные препараты, анальгетики и средства ухода. Паллиативную помощь Сургутская городская клиническая больница оказывает с 2016 года. А вот выездную бригаду на базе медицинского учреждения организовали недавно. Это совместное решение с департаментом здравоохранения Югры. Планируется, что к каждому ребенку патронаж будет приезжать как минимум раз в месяц. Лиана Киям, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.